вот это я только что снял на бах. Такого загоряння і таких вибухів я давно не бачив. Відразу попрошу наших глядачів поставити лайк, прокоментувати і підписатися, тому що це горить на території Російської Федерації. Пане Романе, Нижній Новгород, просто потужні вибухи на якихось складах. Що це може бути? Это, скорее всего, продолжение санкций Малюка Буданова, только в исполнении российских партизан. Вы же понимаете, там миллионы Коваленок, Дмитрєнок и украинцев, которые живут на территории России, считают себя украинцами и, естественно, помогают Украине выполнять боевую задачу по уничтожению российской армии уже кто как может. Это режим так называемой свободной охоты, когда выходят на выполнение боевой задачи, ту, которую можно выполнить подручными средствами на тех местах, где, на местах дислокации, там, где увидели, где это можно подойти, естественно, уничтожают то, что хорошо горит. А хорошо горит российская углеводородная отрасль, хорошо горит склады лакокрасочных изделий, цистерны с химреактивами, ну и так далее и тому подобное. Вот мы видим один из таких складов, это как раз по Московскому шоссе. Привязывают все к Москве, вот все, что на Москву, вдоль Москвы и на эту основную цитадель российского империализмом московскую, вот это все начинает гореть, продолжает гореть. Ну, спасибо российским партизанам, работают. Пане Романе, Новотроїцьке, Оренбурзька область, з рейок зійшов їхній вантажний потяг. Там велика кількість перекинулась вагонів. Знову ж таки, цілком ймовірно, що якщо вантажний, то воно працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Любая железная дорога, она работает на российскую военку, так как основные логистические цепочки идут именно по железке. Российская армия передвигается в большинстве своем только по железной дороге. И вывести железку из эксплуатации, перекрыть какое-то из направлений, это дать возможность даже несколько часов нашим ребятам передохнуть на линии боевого соприкосновения, так как определенная часть снарядов просто не доедет эти несколько часов. Потому один из механизмов, кстати, опять же, той же работы партизан и сил сопротивления внутри России, это вот пускать под откосы российские товарники. Для чего? Для того, чтобы положить, ну, во-первых, товарняк мог нести определенное вооружение, во-вторых, как минимум, отминусовывается эта ветка, пока товарняк не поставят обратно на рельсы, не двинут, то есть пока не разгрузят это направление. Это иногда дни проходят. И вот эти дни, которые перекрывают железку, дают там часы передыха нашим ребятам. Потому продолжается. У России растет, внутри растет сопротивление. И оно, в конце концов, ну, это синергетический эффект, естественно. Партизанские войны, конечно, войны не выигрывали, то есть, но, тем не менее, помогали выполнять боевую задачу уже на линии боевого соприкосновения. Пане Романе, наші бійці продемонстрували кадри, як вони нищать безпілотні літальні комплекси нашого ворога. В першу чергу, звісно ж, це є шахеди, які регулярно запускають росіяни. Неодноразово ми з вами проговорювали, що дуже часто збиття доходить до 100%. Це кращого результату не можна придумати. Щоправда, вони кажуть, що росіяни вчаться і їхні безпілотники летять вже на висоті 1,5 кілометра. Чи реально те, щоб їхні дрони так підіймалися в небо? Это не проблема. По большому счету двигатель, допустим, двигатель внутреннего сгорания, любой ДВС средний, он может работать устойчиво до высоты 4-5 километров. В основном вот верхняя граница ДВС, двигателя внутреннего сгорания, она вот этой высотой ограничивается. Там, если выше поднимать дрон, то там приходится ставить определенные компрессор на вход в двигатель для того, чтобы закачать туда воздух. А за 4 километра, ну, во-первых, и дышать уже тяжело, за 5 вообще без маски невозможно. А двигатель также задыхается, то есть его не хватает кислорода, не хватает воздуха. Потому ограничено 4,5, потому до высоты 4 километров могут подниматься. И в принципе, допустим, это один из механизмов, как обойти защиту от наземных систем поражения, то есть уровня мобильных групп наземных, так как радиус работы 1,5-2 километра. Поднять беспилотники. Россияне учатся, они их начинают поднимать 1,5-2 километра. То есть они сейчас щупают ту высоту, за которой уже мобильные группы не смогут пулеметами доставать эти беспилотники. Останутся, у мобильных групп есть довольно-таки неплохие механизмы типа стингеров, иглы, стингера. То есть по большому счету, если есть хорошая тепловая метка, то можно достать беспилотник на этой высоте. Но оптимальный вариант, конечно, уничтожения беспилотников – это авиация. Авиация, то есть надо легкомоторную, мы уже говорили, или пусть истребители, тяжелые, просто дорого стоит час. 1 час полета на истребителе, в районе $7 тысяч. 1 час полета на легкомоторном самолете, типа Эмбраера, мы говорили, $500. Не говоря уже Як-52, там вообще час около $100 стоит. То есть, по большому счету, один из лучших механизмов – это, конечно, снимать российские беспилотники авиационными средствами поражения. Или придется тратить очень дорогие ракеты. Ракета от $200–250 тысяч и дальше зенитно-ракетного комплекса. Пане Романе, якщо говорити про авіацію ворога, власне, що каже видання Forbes, що за 200 кілометрів від українського кордону Росія якраз тримає потужний склад Су-34, які бомблять територію України, в тому числі і Харків, звісно. І що кажуть аналітики Forbes, що якби Сполучені Штати Америки дозволили використовувати АТАКМС по базуванню їхніх літаків, а не по збиттю, які летять в нашому напрямку, ситуація могла б кардинально змінитись. Основные аэродромы располагаются на дальностях где-то по времени 30 минут подлетного времени, то есть в одну сторону, не больше. Дело в том, что если больше, то там очень много проблем возникает у летного состава, у инженерно-технического состава. Самолет летает одну смену, несколько часов. Летчик по времени, допустим, выполнять боевые задачи уже будет меньше. Естественно, аэродромы располагают где-то в 20-30 минут подлетного времени. Это 200–300 километров. В среднем, говорю, если в зависимости от взлета, выхода на маршрут и так далее, тому подобное, захода обратно, то чтобы летчик, допустим, выполнил боевую задачу в течение часа с выходом на линию, сбросом, возвратом обратно, не больше, чем час. То есть полетное время где-то 40–50 минут среднее. И тогда можно, в принципе, в течение смены сделать 2–3 боевых вылета. Если это дальше, то, значит, уже уменьшается количество боевых вылетов. Естественно, КПД падает летного состава и самолетов. Потому 300 километров, вот оптимальный вариант, до 300 километров. Оптимальный вариант, россияне им пользуются. То есть большинство, где около 1,5 десятка аэродромов разного уровня, базовых аэродромов подскока, оперативных, расположены как раз до 300-километровой зоны. И для нас очень важно получить разрешение уничтожать российские самолеты на этих аэродромах атакамсами 300-километровыми. Плюс могут сработать и Стормшеду, и Скалпы. Придется, конечно, самолетом ближе подходить, это опасно. Но пока, по крайней мере, можно работать атакамсами. Так вот, 300-километровые атакамсы как минимум выполнят две задачи. Либо уничтожат самолеты противника, то есть на аэродромах уничтожат аэродромно-техническое оборудование, отминусуют вообще эту возможность. Или заставят авиацию противника отойти на дальшее расстояние. На дальность они уже сразу будут перебазироваться где-то на уровень 500–600 километров, понимая, что когда-то к нам зайдут те же Таурусы, Джазмы. Значит, они уже будут отгонять авиацию где-то на уровень Энгельса, а Энгельс 600 километров. То есть до Волги будут отгонять авиацию. Но это увеличит время полета до линии боевого соприкосновения, уменьшит количество самолетов-вылетов. То есть даже эта задача, просто их нивелировать такую возможность работы в 300-километровой зоне, даст возможность уже нашим, во-первых, нашим войскам чуть проще станет, то есть уменьшится раза в 2 количество российских самолетов, выполняющих боевую задачу. И, во-вторых, даст возможность нашим системам подготовиться к заходу самолета. То есть, когда самолет взлетает там на 500-600 километровой дальности и летит где-то 30-40 минут или больше, допустим, там 40-50, есть возможность подготовиться к системе противовоздушной обороны, развернуться, то есть встретить, встретить авиацию противника. И когда есть время, можно выполнить много задач. Но для этого надо разрешение работать атакамсами по российской территории. Я смотрю, уже после удара по Бельбеку ни одного удара даже по Крыму не было. Потому здесь большой вопрос к нашим партнерам, не рано ли испугались. Ну, если воюем, так давайте воевать дальше. То есть тормозить не надо, потому что это так называемая геополитическая мастурбация в конце концов приведет к тому, что дадим возможность противнику перебазироваться, перенастроиться и уменьшим количество уничтоженной российской техники. Пане Романе, по фронту є хороші зміни, якісні. В першу чергу по Вовчанську. Наші бійці кажуть наступне, і речники сил, які працюють на цьому напрямку, що з 12 червня, це вже більше, ну, фактично 3 тижні, ворог взагалі не має наміру чи завдання просуватися, він тільки обороняється. Я пригадую, ми з вами показували, що за 2-3 кілометри від лінії бойового зіткнення біля Вовчанська вони намагаються будувати якісь фортифікації. Загалом, що кажуть, що ми продовжуємо вибивати систематичного ворога як біля Вовчанська, так і зайшли зараз в глибоке, і боїв тривають в глибокому, а також по оточенню ворога. Кажуть, що наші воїни не отримують наказ і не мають на меті атакувати агрегатний Вовчанський завод, тому що це будуть втрати. Відповідно, вони просто його тримають на вогневому контролі, не підпускаючи нікого до нього. Тобто, кажуть, є 3 варіанти: здатися в полон, чекати за 200-ня, ну або там померти з голоду. С голоду они, наверное, не помрут. Там каждый это консерва, так что это же россияне, они могут подножным кормом питаться. А вот задвухсотиться или сдаться, да, это есть такая вероятность. И если она есть, то зачем наших ребят, допустим, бросать в бой? Для чего? Для того, чтобы отбить агрегатный завод. Это не нужно. И очень правильно сейчас командование приняло решение, скорее всего, а это видно по всему фронту, то есть принято решение беречь каждого солдата. То есть если нет какой-то такой серьезной необходимости подниматься в атаку и отбивать ранее отданные рубежи, допустим, для лучшей обороны, особенно это касается Восточного и Северного фронтов. Ну не будем мы наступать, допустим, в ближайшие там год-полтора на восток и даже на север. Не будем, то есть не будет стратегической задачи, потому надо выбирать лучшие режимы, лучшие места для обороны, меньшими силами, меньшими средствами, но лучшие для того, чтобы обеспечить безопасность наших войск. Это основная задача. А потом уже выполнять в зависимости от зашедших дальних средств поражения, подождать, в конце концов, зайдут самолеты, зайдут дальние, то есть зайдут авиационные механизмы, которые могут со своими уже ударной мощью решить вопрос и без дурных атак живой силы. Этого не надо делать, особенно по Восточному фронту. У нас стратегическая задача Крым, Крымский полуостров, то есть это легче, Крым легче освободить, чем Донбасс на порядок, разов в 10, наверное. Если есть дальние средства поражения, есть механизмы. Потому оптимально, если уже и прогнозировать или планировать какие-то наступательные операции, это по Крыму. Ну, скорее всего, это понимание уже и военно-политического руководства есть, и понимание, исходя из сложившейся обстановки. То есть восточные и северные фронта, они должны быть в таком стабильном, уже стационарном состоянии. Надо выбрать лучшие просто позиции для обороны. Где-то отступить. Если надо, то, значит, провести контрнаступательную операцию тактического уровня для того, что, еще раз повторюсь, занять лучшую позицию для обороны. До Донбасса время дойдет не раньше, чем следующий год, а то, может, еще года через 1,5 туда дальше, то есть аж на следующую весну. Потому правильное действие. Нечего наших солдат, допустим, сейчас подвергать опасности, если можно, а тем более заходят достаточное количество боеприпасов. Пошли боеприпасы. Сейчас подойдет техника. На подходе где-то в течение пару недель уже начнет заходить и техника, которая даст возможность использовать в большем количестве те же самые боеприпасы. Вот таких вот заводов под уничтожение. Это практически плацдарм для уничтожения российских войск. Этот завод агрегатный, мы про него проговариваем, там может быть пару или чуть больше отделений россиян, может быть взвод-полтора, находится не больше, но сама концепция, то есть вот так отсекли и дальше утюжим, пока они либо не сдадутся, либо не загнутся. Одну із двох, кому що подобається. Пане Романе, по Харківщині також по цьому напрямку третя штурмова наша. Просто такі хлопці феноменально працюють. Продемонстрували відео, як вони FPV-дронами нищать артилерію ворога. Одна з, наскільки я знаю, одна з класичних і найбільш поширених артилерійських самохідних установок. Це є МСТА, 152 калібр, потужна річ. І коштує вона 5-6 мільйонів доларів. От FPV-дронами зуміли її вразити. І не лише це, там також і Тайфун-К, і дві вантажівки. Тобто працюють хлопці і дівчата на славу. Вы правы, основная российская как раз артиллерия, то есть основные позиции, на себя вытягивает МСТА-С. Она в паре хорошо работает с Орланом, то есть практически глаза для наводчиков это Орланы. И вот важно уничтожать и разведчики российские, потому что они наводят в конце концов и корректируют огонь мосты. 152 калибр, дальность в зависимости от снаряда до 25 километров. Довольно-таки серьезная техника, причем мобильная. То есть они могут очень быстро разворачиваться, уходить, и очень сложно ее отминусовать. Вот сейчас вообще в движении хлопцы выполняют эту задачу с помощью FPV-дронов. Но это когда МСТА подходит ближе к линии фронта. А для нас важно ее уничтожать на дальностях. Они на базах стоят за 30 километров. То есть за 30, в районе дивизионного уровня примерно подходят для выполнения задачи. Отстрелялись и уходят обратно как раз из-под ударов беспилотников. Правда, у нас тоже специалисты сейчас есть, развешивают ретрансляторы и FPV-дронами доходят и до больших глубин. То есть пытаются выклевать российскую артиллерию на больших глубинах. Вот один из вариантов мы сейчас увидим. Пане Романе, хочу нагадати нашим глядачам, що ми продовжуємо збір на FPV-дрони. От, власне, такими подібними працюють наші бійці. Це дуже важлива річ зараз для фронту, тому що це і нищення техніки, і сковування руху ворога, ліквідація. Багато відео я вам показати не можу, тому що YouTube не дозволить, але саме FPV-дрони нищать ворога і не дають змоги їм просуватися. Це було і на роботу недавно, і от зараз на Харківщині. Тобто це незамінна річ на фронті. Кожен з вас може долучитися, аби наші оборонці отримали саме такі необхідні ці дрони-камікадзе. QR-код, будь ласка, давайте, як традиційно, ви зробите те, що ви робите найкраще. Допомагайте нашим героям. Пане Романе, рухаючись далі по фронту також, 12-та, от ми вчора про неї з вами згадували, Нацгвардія, 12-та бригада, працює біля річки Чорножеребець. Ви казали, що це не в образу, та річка Переплюйка нашим глядачам сподобалось, таке порівняння від вас дуже. Так от, ми говорили про Терни-Ямполівку, а тепер просування трішки південніше в районі Серебрянського лісництва і от напрямку Креміної. Зуміли також потіснити ворога. Пане Романе, те, що я читав, що кажуть наші воїни, що це не випадково. Вони місяцями готували підґрунтя для цих просувань і кажуть, обіцяють, що це не кінець, що вони далі будуть відвоювати саме на цьому напрямку метр за метром нашу землю. Тактического уровня действия, это, конечно, не стратегия, то есть не общее стратегическое направление, но это как раз в той парадигме, о которой я говорил. Если проводить контрудары, то только по тем направлениям, которые важны для потом удержания в лучшем состоянии удержания наших рубежей. То есть это не стратегия выхода на Ростов. А вот по особенно Серебрянскому лесничеству, то есть по этому направлению, это Луганск, это еще, говорят, Харьковская, то есть для того, чтобы люди не путались, Харьковское направление в основном это вот как раз работа под Волчанском и Липцами. А здесь с левого берега Оскола есть узкая полоса Харьковской области, потому иногда говорят Харьковщина, Харьковщина. Реально это Луганский фронт. Там часть Луганской области, которую мы контролируем, вот от Макеевки до Белогоровки этот участок. И вот как раз вопрос по лесничеству здесь и стоит. У россиян здесь важна задача выйти на границы Луганской области, а у нас задача удержать их и, заняв лучшие позиции для обороны, остановить под уже ожидание стратегических действий на другом участке фронта. В этом районе у нас лучшие позиции. Почему с правого берега, это как раз Белогоровка, там он более, выше правый берег, артиллерия дает возможность работать и в том числе по Серебрянскому лесничеству, то есть это Кремина, это кременские леса так называемые. И естественно, особенно те части, которые на этом направлении долго выполняют боевую задачу, они знают там каждый куст, каждое озерцо, каждый ручеек и по большому счету могут выполнять такие задачи по тактическому продвижению. Еще раз, это не десятки километров, это иногда сотни метров, но они очень важны для того, чтобы расположить позиции новые для удержания россиян на этом направлении. Почему россияне практически полтора года, имея на этом направлении больше 100 тысяч войск, мы сколько раз говорили, с Валуек затекают российские войска до Кременной, до Лисичанска практически растянуты. И они больше около 120 тысяч российских войск, они ничего не могут сделать с этим направлением. Просто движение есть иногда тактические, но мы их купируем и разворачиваемся, выполняем обратно. За каждым из подразделений или за каждым, допустим, из родов видов войск закреплены некоторые направления. Вот Нацгвардия себя очень хорошо показывает. Те части, которые работают на этом направлении, уже давно, кстати, они работают, они там находятся больше года. И там у них ротация, кстати, вот Нацгвардия молодцы, они ротируют иногда через 4 месяца, у них проходит ротация частей, им дали, допустим, определенный участок фронта, там, кого как, 10, 20, 30 километров, в зависимости от количества подразделений. И дальше они запускают режим ротации, там 4, 5-6 месяцев, в основном 4 месяца, и у них идет ротация. То есть ребята восстанавливаются, доукомплектовываются, подлечиваются. И этот вот режим, это тот режим, о котором я всегда говорил. Это так работает, должна работать профессиональная армия. Когда есть достаточное количество профессионалов, когда включен режим ротации не больше, чем полгода выполнять боевую задачу. Ну, так устроен организм человека, вынести он может. Оптимально вот у Нацгвардии это 4 месяца. Также примерно работают и пограничники. У них несколько десятков тысяч человек есть. Они также работают в таком же ротационном режиме. Это надо распространять на вооруженные силы Украины, чтобы не годами у нас ребята стояли на ЛБС. А вот в таком ротационном режиме, они должны быть профессионалами. Они должны понимать, что ротация – это для того, чтобы накопить силы и опять вернуться дальше, потому что служба в армии занимает иногда 20-30 лет, а иногда и больше, в зависимости от задач. Потому и тогда мы не будем слышать, во-первых, не будем слышать стенаний, что все пропало и нам это уже все надоело. Почему? Потому что собрали людей, не готовых выполнять профессионально свои задачи в течение основной активной части своей жизни. И, во-вторых, тогда не будут люди, которые не родились воинами, миллиарды раз это говорить буду и говорил. Почему? Потому что воин – это генетика, это даже не психофизика, это генетика. И если мотивировать такого человека, это определенный гормональный фон, это определенная скорость движения импульсов по нейронам, это целый процесс, на который популяция тратит свои усилия генные в том числе. И потому, когда у нас будут в армии служить именно профессиональные военные по зову сердца, как это можно так интерпретировать, которые приходят в армию служить стране десятки лет, тогда мы эту войну выиграем у россиян, потому что война долгая, это как минимум 1,5-2 года активных боевых действий, это минимум, я сказал. А реально лет 10, пока Рашка не развалится, нам еще придется воевать. Так вот, 20-летний цикл, это если считать, с 2014 года вот он должен был быть, и сразу надо было и армию под это... Но это вопросы к нашей власти. Люди, которые далеки от армии, далеки от строительства, живут одним днем. Ну, артисты, вот они, есть у них проблема такая, то есть их, они просто не понимают некоторых основополагающих строительства, для строительства государства вещей, базовых вещей. А от, пане Романе, до речі, заступник командира батальйону 47-го Магура Олександр Геній Ширшин теж каже, що закінчення війни в 24-25 роках він бачить як близькі до нуля, тому що треба, те, що ви кажете, треба ще воювати. Хотів би згадати про важливе рішення. От є, що парламентська асамблея ОБСЄ, пане Романе, ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації Російської Федерації. Наскільки це важливе є прийняття цієї резолюції? Так, вот это как раз то, о чем, ну сколько, мы года два с вами про это говорим, да, то есть про геноцид, геноцидные атаки россиян по Украине, мы каждый день об этом говорим. Именно я специально всегда на этом обостряю внимание. Это геноцид, это у россиян задача стоит уничтожить украинскую нацию, уничтожить украинское государство, это в чистом виде геноцид. Даже удары по энергосистеме, удары по жизненно важным для государства функциональным точкам, это как раз тоже геноцид. Уничтожение людей, то есть уничтожение украинцев с помощью оружия массового поражения. Но они его используют. Это не только ядерное оружие, это массированные авиационные бомбардировки и так далее и тому подобное. Это как раз работа на геноцид, именно на геноцид. И это очень важно продвигать это все в мировую политическую жизнь. То есть это как раз та часть геополитики, которой должны заниматься наши дипломаты. И вот сейчас это очень большая победа нашего дипломатического корпуса, который занимается в ОБСЕ, как раз этим занимался этим вопросом в ОБСЕ. У нас есть часть дипломатов, профессионалы, причем такие серьезные, там целые династии, которые выполняют эту задачу. Вот в прошлом году, смотрите, тот же, по-моему, Кислица в ООН, ну, организовал резолюцию ООН, там 141 страна ее поддержала, о восстановлении территориальной целостности Украины и выводе российских войск из нашей страны. Вот те крупицы, из которых должна собираться так называемая формула мира. А так вот с этих крупиц вывод, причем жесткое требование о выводе российских войск, восстановлении с территории Украины, восстановлении территориальной целостности границ 91-го года. Это у нас уже есть, у нас это уже готово 23 февраля, по-моему, 23-го года, прошлого года. Полтора года назад это уже принято. Так у нас была 141 страна тогда. А вот представьте, включаются какие-то товарищи, которые, ну, мягко скажем, слишком далеки от политики, от геополитики. Артисты, это ж вот артистизм этот. И включаются, тянут какую-то платформу, на которой 70-80 стран подписывают ничего не значащие пункты, в которых точно нет требования вывода войск и восстановления в территориальной целостности. Практически опускают в 2 раза, если не полностью, опускают те усилия, которые были уже приложены, уже сделаны. Вы берите и делайте. У нас уже есть резолюция ООН. У нас вот сейчас есть уже резолюция, то есть ОБСЕ, парламентской ассамблеи, которая четко признает геноцидом. Да, пусть там сколько, 40, 50, 60 стран, пусть там в районе полусотни стран. Но это те страны, которые конкретно понимают, что происходит. И на всех площадках они будут поддерживать свое же решение. Опять же, страна 141 поддержала резолюцию ООН, так вы ее берите и проталкиваете эту резолюцию. Резолюцию проталкиваете, если у вас мозгов не хватает свое что-то сделать. Они гробки, а взяли и угробили резолюцию о выводе российских войск ООНовскую прошлогоднюю. Вот резолюция отличная. Проталкивайте, берите ее, начинайте ее, вводите ее в эти формулы. Если вам уже нравится эта формула, эти крысам канцелярским, если она нравится, формула мира, так вводите как резолюцию ООН прошлогоднюю, вводите как резолюцию ПАСЕ в эту, уже в эту формулу и дальше пытайтесь ее двигать. То есть то, что наши профессионалы, дипломаты, их немного, но они есть в нашем дипломатическом корпусе. Если они это все проталкивают и продвигают, так берите, подхватывайте и несите. Хотите пофотографироваться с руководителями, ну так вот на хорошей теме фотографируйтесь, чекитесь там уже, раз у вас артистизм прет изнутри, то есть вы его потушить не можете. Это, кстати, тоже генетика. Люди рождаются генетически приспособленными под определенные выполнения задач. Кто-то рождается воином, кто-то клоуном, ну и тот нужен, потому что задачи выполняются. Так вот, если родились клоунами, так хоть посмотрите, поспрашивайте воинов, они вам объяснят, что надо делать. А вот эта резолюция, которую приняли, она еще, ее можно использовать, опять же, мы, по-моему, года полтора-два об этом говорим, использовать ее, раз геноцид признан, геноцидными действиями, признаны действия Российской Федерации, надо вопрос поднимать о возмещении ущерба за геноцид. Если навскидку просто говорю, 40 миллионов украинцев, а геноцид украинского народа касается любого украинца, где бы он ни находился, в Украине или за пределами Украины. Если это геноцид этот подтвержденный, возмещение ущерба, да, в конце концов, протащите через пару судов в Украине компенсацию $1 миллион людям, которые пострадали от этого геноцида. Потом масштабируйте до уровня 40 миллионов. Так $1 миллион на 40 миллионов украинцев – это $40 триллионов. Рашки не будет. Вот просто не будет, когда на нее повесят этот долг 40 триллионов. Они сами распадутся, разлезутся по государством для того, чтобы снять эту проблему с себя. Вот так надо действовать по отношению к противнику. Такими вот методами. И сейчас самое интересное, они есть, механизмы есть, только никто, у мозгов, что ли, не хватает это все включить. Ну, поменяйте этого Малючку, в конце концов, пусть юстицией занимается человек, который разбирается в такого рода вопросах, не гоняется за штрафами внутри Украины, а начнет штрафовать российскую империю, пытаться, по крайней мере, эти вопросы запустить. Но это кадровая политика. Этой кадровой политикой, если клоуны занимаются, ну, вы же сами понимаете, клоун поставит такого же клоуна. Пане Романе, на завершення, є кадри, як наші оборонці дистанційно розміновують територію, аби в подальшому наша техніка, важка, броньована, легша, могла проходити. Як це відбувається, чим це відбувається? Це дистанційне, я знаю, є замінування, а може дистанційне розмінування існувати? Однозначно. Дело в том, что, ну, есть, во-первых, машины для розмінування довольно-таки серйозні. У нас даже старые советские ТУРки 77-е. На 90 метров идет разминирование, это считается дистанционным разминированием. Есть механизмы с использованием тех же коптеров разминирования. То есть в определенном диапазоне, особенно сейчас, те же мины нагреваются, если не пластиковые, нагреваются, и в инфракрасном диапазоне видно их расположение, потом можно их уничтожать. FPV дронами мины даже можно уничтожать, понимая, где они находятся. Есть, я же говорю, есть очень много механизмов дистанционного разминирования. Вопрос в том, что, ну, это очень долгий процесс. То есть долгий процесс. Оптимальный вариант разминировать, я как летчик вам доложу, оптимальный и быстрый вариант. Объемно-детонирующими авиабомбами забросали поле, по которому надо идти пехоте, и оно разминируется в 3 секунды. То есть там ничего, ни одной мины не остается. Но это когда авиация подключается для выполнения этой задачи, а иногда пехота не знает, как авиацию подключить. Так вот, летчики могут разминировать полосу в километры, и если задача будет стоять, и будет проведена эта операция. Пане Романе, дякую вам за це звернення. Нагадаю глядачам, 30 червня, неділя, обов'язково ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24 каналу.